Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Феномен, и так как конкурс на 10 бустеров подошел к концу, мне надо объявить результаты. Но прежде всего я хотел бы сказать спасибо всем, кто участвовал в конкурсе, всем группам, сайтам, которые добровольно помогали мне в этом конкурсе. Огромное вам спасибо! Ну что ж, а наш первый победитель – Станислав Нежура, который получает свои 5 бустеров. Станислав, жду тебя у себя в личке ВКонтакте, ссылочку найдешь в описании под видео. А второй победитель – Дмитрий Паджунос, и он тоже получает заветные 5 бустеров, с чем его и поздравляю, и также жду весточку от тебя ВКонтакте. Призы разыграны, еще раз поздравляю Станислава и Дмитрия и жду вас ВКонтакте, а если у вас нету ВКонтакта, то пишите комментарии под этим видео и там уже решим. Что же насчет остальных участников, спасибо, что участвовали и не расстраивайтесь, что рандом не выбрал вас, это не последний конкурс и тем более через пару дней я совместно с каналом MC Cartoon запускаю аналогичный конкурс, где вы также сможете испытать свою удачу. Так что не разбегаемся, а с вами был Феномен, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередной конкурс, а пока, всем пока!